Ответ буржу во время регистрации брака глубоко шокирует всех, и это задевает отношения Эсмы и Гарипа. Осман винит себя в произошедшем, а Фарук, по-своему оценив ситуацию, ссорится с Сюрей. Сенем и Акиф решают помирить Фарука с Сюрей, однако в конце дня их самих ждет большой сюрприз. Адем пытается извлечь свою выгоду из этого хаоса, который окружил всех, но сам получает неожиданный удар. Это наносит ему глубокую рану. Отныне для барана ничего не будет так, как прежде. 53-я серия выйдет в эфир 8 июня в 20:00 по московскому времени на канале Star TV.